владивостокцы, все гости, посетители Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона во Владивостоке «Меридианы Тихого». Давайте мы друг друга поприветствуем за то, что мы вновь по традиции здесь вместе собрались. Ура! Дорогие друзья, ну что ж, сегодня праздник будет проходить немного с ностальгической, таким настроением, наверное, да, потому что завершается 10-й юбилейный международный кинофестиваль во Владивостоке. Но мы все верим, что эта замечательная традиция обязательно продолжится. А «Меридианы Тихого» верны были и есть тем традициям, которые были заложены в 2003 году. И, конечно же, этот фестиваль готов к новым переменам. В этом году, как вы все знаете, дорогие друзья, Международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого» отметил свой 10-летний юбилей. История первого в мире фестиваля, сделавшего ставку на объединение европейской и азиатской эстетики кино и культурный обмен опытом. Он начался в 2003 году. Как быстро летит время, как здорово, что это уже стало не просто традицией, а настолько привычным явлением для Владивостока, что мы уже не представляем сентябрь без кинофестиваля «Пасифик Меридиан». Вот и я на это.